Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6. Карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. Так что давайте промышленную зону. Хотя тут плюс 300. Ну, тут у нас акведук надо еще. Ладно, давайте, наверное, с акведука начнем. Акведук. Тут, видите, плюс 4. Ну и тут будет плюс 4. А тут еще на какой-нибудь район сохраним место. Дальше. Я бы все-таки карточку поставил, наверное, на создание хотя бы квадрирем. Подделать, чтобы потом фрегатами, например, индуса забрать. Чтобы пойти грека тогда пообращать еще. Через три хода как раз можно будет ппшку ставить. Ну и вообще, наверное, не, все-таки хочется в следующей эпохе. Следующей эпохе. Блин, а что я... А, ну да, мне надо быстрее, чтобы Дьер вырос. В следующей эпохе уже в Валетте... Засоюзить Валетту и за Веру все в центре города скупить. Жалко, что Валетту, кстати... Хотя я не думаю, что Ацтек будет... Ой-ой-ой. Что-то меня тут избивают. Не думаю, что Ацтек будет захватывать... Кстати, может все-таки здесь еще город поставить? Так, сколько у нас до конца эпохи? 8 ходов. Должен выйти в золотой век. Надо черную армию мою открыть. Где она? Вот. Это 4 очка будет, да? И где все-таки бани? Невидимое место зоопарка, они где-то вот в промышленной эпохе будут. Давайте, наверное, лошадей обработаю. Так, еще миссионеры отправляю греку. Ну, гильдии. Так, наемники, наверное, не используем. Мне некуда апгрейдить. А вот тут вообще соседство гавани я забыл поставить. Да, давайте. Что они мне науку дают. Плюс 8, плюс 8. Бандар Брюней первый встретил, Лавенту первый встретил. Ну, мне в Лавенту надо. Тоже, хотя...
Еще Наска есть. Не, мне скорее в Валету надо. Сначала у меня не так много послов. Пирамиды Нубия. Так, хватит тут моего скаута дубасить. А, я упал. Че тогда спасибо за игру? Спасибо за игру. Вот вы там упоролись. Какой там код? 81. Я, наверное, сейчас заберу Асуан и тоже пойду, потому что 19 науки. В смысле пойдешь? Ну, ты заходил в дуэльку поиграть, да? Нет, ну а типа смысл мне тут с четырьмя городами получается. Хорошо, могу, конечно, посидеть, поутирить, но вам то как бы от этого какой прок. Ну, не я знаю, чтобы тебя кто-то другой не так легко забрал, например. К меня любой человек на этой карте в данный момент может так, легко забрать. Так, отложим на одно производство. Типа... На один ход, и тут на один ход в диере откладываем. Так, это, к сожалению, не работает. Если начинаешь партию, надо ее доигрывать. Слушай, я предлагаю дешевле, может, за золото? Дешевле за золото? Это Шумер спрашивает, да, такой? Он вроде не супер богач. Ну, я бы, наоборот, снизил за производство, чтобы все могли, если что, воевать, если кто-то на кого-то нападет. Согласен. Воевать-то, я не понимаю. Нет, просто кто-то хочет на кого-то воевать, например, и тогда обороняющийся намного быстрее построит юниты. Ну и плюс 5 я предлагаю разведчикам. Ну да, чтобы никому вообще. Ну, мне тут скорее главное, чтобы мне не повысили за веру, потому что у меня, естественно, будет покупка юнитов за веру, скорее всего. А с другой стороны, я вообще подумаю, надо ли мне покупка юнитов за веру. Да, снижено за производство. Отлично. Ну, так, сколько ходов остается? 6. Чего? Так, правительственное. В Диере священочка. Давайте, наверное, аквакультуру сначала, потому что все равно еще нету. Этой. Ну, зала для приемов. Ну, еще греческие города.
У меня нету 4 торговых путей. Опаньки. Ну, надо исправляться. Так. Ну, это компьютер, мы с ним не общаемся. Так. Прикол в том, что мне нападать на индусы тяжеловато, мне только в этих городах, то есть мне в Дьере надо строить, а тут нету производства. Прикол. А тут проплыть нельзя. Рассинхрон. Слушай, Влад, а как ты, зачем ты собирался Наску брать, если у тебя там даже прохода к ней нету? Просто город морской. Можно кампус какой-то поставить, еще что-то. Я чисто с такой логики мыслил, но потом я подумал, что в другое место просто приеду. Так, Магнуса или Рейну? Наверное, все-таки в Дьер Рейну. Давайте-ка глянем еще раз по поводу поселенца. То есть у меня пока есть возможность за веру купить. Может, все-таки сюда привезти? Я думаю, да. Блин. Рим забрал Шенгетти. Какой город классный. Так, аж как у нас тут в моей религии? Ну, конечно, может еще приплыть ко мне нападать, но у меня что-то сомнения большие. Скорее ему надо Нубию забирать. А, это Эгер, да? Ну, давайте скорее амбар сейчас строить. Блин, хотя с другой стороны, я амбар же могу в Валетте, да? Канди, господи, а что так много религиозных ГГшек? Все, я сейчас коплю веру, чтобы в Валетте покупать. 5 ходов. 5 ходов. У меня не хватает 8 очков. 4 очка я получаю со своей темной армии. Тут какой-нибудь выход есть у меня? Сможем позже. Нет. Чуть на 10 минут перерывчик, надо таблетки выпить. Сможем, сможем. Я вообще думаю, может, есть смысл загрузить, чтобы все выйдет там микс, бы так ускорились ходы. Сейчас, ну да, минут. Как сделаем перерыв, можно грузануть. Я думаю... Ну, слушайте, темная армия мне как раз... Нет, ли она не дает... Да, на лошадей, то есть она мне даст 4, она 5 очков даст. Этого парня... Вообще, мне бы еще рыцаря тогда. Это железо. А этого парня апнуть... Слушайте, а я что-то не обработал селитру до сих пор. Я предлагаю, как средневековье закончится, сделать перерыв, в общем-то. Будь здорова. Так, тут, значит, строители. Надо селитру обработать. А селитра у меня одна? Не моя. О, тут я еще поставлю. Да, две будет, наверное, селитры. Так, сейчас. Так, что это там? Я, наверное, прям на селитру поставлю.
чтобы сразу обрабатывать. Говорили, что фес еще где-то есть, но... А, в общем-то, вот он, похоже. Блин, где он? Блин, мне бы его засоюзить и обращать. Но, блин, не сейчас. Мне нужны еще послы сначала в этот. В Валетту. Тем более, еще тут 4 хода до конца эпохи. Правительственная площадь, где тут зал для приемов. Так, значит, сразу обрабатываем селитру и пойдем сюда. Промышленное производство там сделаем. Так, тут можно удалить меточку. Возьму вопрос, Рейну прокачивать на соседство или уже Магнуса взять? А если Магнуса, то в какой город? Я бы, наверное, в Кесик брал, да. Хотя он и последний, но он в центре будет, и соседство. Так, зал для приемов сделан. Так, тут у нас рост производства. Рост производства. Ну и здесь тоже рост производства. Что в печи? Ну, эти я не хочу. Давайте, наверное, понеслась квадриремы уже. И тут поставим карточку на это дело. Вместо соседства священного места. Мне уже не так нужна сильно вера. Бр-бр-бр-бр-бр. Где тут на... На морские юниты-то где? О. Так, а кампусы гавани пускай будут. Еще 3 хода гавани, потому что это наука. Так, в Обуде гавань готова. Маяк. Следование. Ну, к сожалению, я 2 каравеллы, кстати. Кстати, где мои корабли? Надо возвращать, апнуть в каравеллы таки, но я не успею это сделать в любом случае. Это прям гадалки не ходи. Где второй-то? О, нифига себе. Тоже вернем. И дальше мне нужны фрегаты, в общем-то. А они вот где. Ага, вот так надо идти. Ладно, так и пойдем пока. Снуби истек срок дружбы с Египтом, с Индией. Ну, с Индией я, соответственно, продлевать не буду. Стоимость при... Это понятно, понятно. Так, давайте еще пройдемся по городам. Еда, рост. Еда, рост. Еда, рост, еда, рост. Слушай, у меня так много жилья на самом деле. Но это за счет святилищ. Ну, накорми мир, короче. Хотя тут и так он вырастет не надо. Все, зашибись. Можно заканчивать ход. О, кого-то встретил. Аншан. Так, у нас тут несколько, кстати, городов-государств. Блин, меня сейчас могут убить, кстати. Блин, надо высаживаться отсюда. А что Валетта хочет в плане военная тактика? Нет, не получится. Военная тактика это, по-моему, военный лагерь. Нет, даже не военный лагерь. А, подожди.
А, уничтожить при помощи копейщика. Точно не побил. Могут. Нет, не убил миссионера. Так, высаживаемся тут. Ну. Два хода. Получил 3 очка за счет крутой промышленной зоны. Ну, собственно, я уже в золотом веке. Мне осталось купить мой уникальный юнит на самом деле. И все. Так, аквакультура, Рейна. Давайте Мокшу назначу Вестергом, чтобы он влиял на города Ацтека. Сильнее. Слушайте, Афины и так через 3 хода обратятся. Смысл? Не будем тратить заряды. Так, промышленная зона. Нет, давайте я тут сначала уберу кукурузу, поставлю театралку. И вот после этого пойду уже заниматься этой штукой. Так, Нубия дружбу предлагает, естественно, я приму. Мне Нубия точно никак не нужна в Кесиге. Короче, я тут хотел, помню, гавань, потом кампус вот туда. Рим, а зачем тебе такая большая армия? Чтобы никто на меня не нападал. А мне кажется, ты сейчас Нубию забирать будешь, нет? Зачем мне Нубию? Ну, сосед твой. Я не буду тут монумент строить, я сразу начну гавань. Так, у нас последний ход остался, надо купить черную армию. А где я хочу это сделать? Ну давайте в Дебрецене. Это если на случай, если на меня нападет все-таки Рим, чтобы защита была. Все, я в золотом веке точно. И теперь следующим ходом надо будет поставить первый посол в Валетту, как вы понимаете, все это отправить. И за веру все в центрах городов купить. А, то есть нормально городов у грека. Но у него минус в том, что довольно... А, он за Спарту вообще даже играет. У него, ну, не так плотно, как у меня, например, города стоят. Слушайте, а где у нас... Канал, может быть. Я же каналы не открыл. Только дамбы. Так, тут, значит, Афины не обращаем, они сами обратятся. Это у него озеро, что? Нет, море вроде как. Выплыв в море. Ну, сейчас, когда закончится золотой век для всех, ну, то есть соседство для коммерческих и гавани, мы тогда реально узнаем, у кого сколько науки. Реальные науки, а не от этого. Как быстро все стало после загрузки. Кстати, а что мне взять?
Ну, исход евангелистов я не хочу, на самом деле. То есть тут либо реформа денежного обращения, но у меня три каравана, либо монументальность опять. Но зачем мне... Не, давайте реформу денежного обращения. Деньги, деньги, дреби, деньги, забыв покой и лень. Так, теперь ставим торговую республику. Первый посол. Средство гавани нам не нужно. Можно, кстати, плюс 100 при строительстве оборонительных зданий. Кстати, ремесло бы нам еще. Соседство священного места. А давайте вместо гавани. Так, теперь союзим Валетту. И начинаем. Так, где мне тут первый город? Вот я тут сразу хочу монумент. Амбар. А, слушайте, я случайно не поставил. Зачем? Я сейчас могу их купить просто. Ладно. Давайте дипломатическую службу тогда. Блин, не успел походить. Эх. Слушайте, два универа. Может мне... Ну я не успею, да? Давайте лучше открывать быстрее. Прямые паруса. Так, тут давайте этих квадриремы. Дебрецен, маяк. Доступные пути. О, в Спарту на 25, да? К Ацтеку. Подешевле. Поэтому давайте из печи в Спарту. Что тут не... А, слушайте, а там Шенгетти захвачен, а он мне все равно дает бонусы. Что ж никто не сказал. Я, короче, объявляю войну Шенгетти, чтобы он не работал. А ты не сможешь объявить ему войну. Вот, объявил. Ну, бонусы-то останутся. Когда проверяли, мы как было. Нет, у меня ноль послов там. Он до сих пор пишет, город захвачен. Так он захвачен. Да, да, это же самое. Ну, вами захвачен, да? И он поэтому не развивается, как если бы я захватил город другого игрока. Да, есть. А ты не можешь там мир, например, заключить в Шенгете никак? А как это, если мой город? Так зайди, ты увидишь в города-государства, что там есть Шенгете до сих пор. А, кстати, да, я могу тоже... Кстати, да, отлично, все. У меня мир не работает. У меня получилось. А юниты у него есть? У тебя еще живые? Нет, я все уничтожил. А не знаю, почему он мне не дает. Может, ты не уничтожил захват... юниты? Я все убил. А ты, у тебя город все еще захвачен, отображается? Нет, заключил с ним мир, и все, он типа... Как попробую, может, получится как-то. Знаю. Я могу типа закинуть послов, но тогда я, получается, обужу. Конечно, так, обужишь. Блядь, помирился. Послов не надо закидывать.
Так, три хода до фрегатов. Давайте постоим, подожду, чтобы апнуть в эти каравеллы там. Тут тоже надо, кстати, в каравеллы апнуть, иначе города Индуса просто нечем захватывать будет. Так, Магнус тут сел. Блин, в Дебрецене не соображу, что строить плюс 2, плюс 2. Тут затапливать, правда, будет, но я, наверное, спокойно куплю. Ладно, давайте пока строителя. Блин, или часовню великого магистра все-таки. Нет, часовню. Да у вас много веры, то лучше иметь возможность покупать за веру что-нибудь. Так, а что я открыл? Торговая дипломатическая служба. Да, учетные банки надо поставить. Первого посла больше некуда. Ну, в какой-нибудь... Давайте в Фес. Так, и... О, броненосец, зашибись. Короче, можно уже просто... И тут броненосцам все города... Заберутся вообще просто без... Даже без фрегатов. Мастерская гражданских юнитов. Тем не менее, амфитеатр. Тут покупаем амбар. Просто хочу посмотреть, где-то еще есть. Вот амбар. Везде только стены остались. Окей. Ну, валет-то очень в тему тут, конечно. Так, давайте с районами посмотрим. А, блин, не могу посмотреть. В Дебрецене кампус. Блин, тут плюс 2, но тут бы заливать будет. Наверное, все-таки надо сюда ставить. Ладно, давайте я даже сразу поставлю его следующим. Дальше... Есть библиотека, давайте купим универ. А здесь купим библиотеку. Задание Лавенты выполнил. Что-то индус решил Клеопатру недозабирать. Раз, два, три, четыре. Ой, у меня получилось замириться. Что сделал? Не знаю, просто нажал замириться и замирилось.
Наверное, просто, не знаю, в один ход не получалось. Ну, вы сообщайте, какие вы ГГшки захватываете, чтобы те, у кого там послы могли... Ну, или проверяйте захваченные вами. Я только сейчас увидел, что там Рим, оказывается, Шенгети захватил. Я просто смотрю... Точнее, как, я давно видел, а потом я смотрю, у меня эти караваны продолжают веру давать. Я только потом сообразил, что это Шенгети дают. В Маланде у Клеопатры и Микспы по одному. Ну, Микспе только войну объявить надо. Так. Вы разводите панику и охоту на ведьм. Нет, нет, тебе надо объявить войну на Ланде, а не тебе объявлять войну. Да, сейчас выбирает послов теперь. Вот. Так, я думаю, что больше мне тут не надо. Квадрирем. Квидук, кстати, хорошая идея. Только давайте сначала строителей. В Обуде тоже строителей. Это очень в тему мне кризис, я прям в него сейчас вольюсь. Клеопатра поддержала. Это просто не отбивается сразу. Так. Сделано. Ну тут у меня армия просто стоит здесь, чтобы ее никто не видел. А в будущем она апнется во что-нибудь. Ну, когда тут будет канал сделан. Давайте Виктора в Патну. Так, в итоге сейчас весь равно шумер по науке. Часовня великого магистра. Давайте куб... А, блин, 180. Ладно, строим. В Буде, я думаю, пора шпиона сделать. Так, кого мы тут нашли? Бухту Халонг и Ефьядло Якудаль. Прикол, опять Бухту Халонг заказывал Египет около него, и Ефьядло Якудаль заказывал Шумер около него. Так, вот сложилось так хорошо. Да, только в этот раз Килиманджаро мое неизвестно где. Но мне имеет смысл захватывать без стен.
города. Так, тут универ. Продолжаем. Тут давайте лесопилку, наверное. Потом в индустриализацию. Это два инженера. Блин, мне бы военный лагерь все-таки построить, я думаю. Имело бы смысл. Повысить до каравеллы, повысить до каравеллы. Кстати, Сомский залив, такой-то не Сомский залив, а скорее озеро. Сомское озеро. Так, сколько я уже... 27 науки от верований. Ну... Это 1/6. Отстыка предложения. Не знаю, не хочу фес пока союзить. Мне кажется, надо в научные отправлять потихоньку. То есть, например, в Болонью. Просто я уже практически везде... Универ либо строю, либо построил. Ну, там, где у меня кампуса есть. Тут универ есть. Тут в печи он строится. В столице надо после шпиона построить. Так, я могу отправлять... туда, где у меня нет уж союзов. Ну, например... в Лагаш шумерский. Да, конечно, броненосец против городов силой 30. Так, тут отложим, потому что я хочу акведук построить. Да, слушайте, а тут у Спарты рыбы, конечно. Я смотрел на Пантеон и плакал. А тут бы еще, да, так на Пантеон и на Галикарнас. И Окленд еще. Галикарнас на камень, да, туда можно было поставить. И Окленд. Это лучший город в истории. Так, значит, что-то отложили. Мне тоже прям завезло. В принципе, еще в каждом городе по 3 рыбы. Поэтому, да, грустненько. Ну, я думаю... нету смысла мне стены, если на меня никто не нападает, покупать. Как вы думаете, Рим будет нападать один ход? Ну, мне кажется, город не берется. Если я быстро куплю стены, стены Возрождения, то он, конечно, не берется. Самарканд. Ну, Самарканд так себе. Оу. А Рим-то Ацтека забирает. Ну, типа, не забирает, атакует. Типа, делает вид, что забирает. Не, ну там Теотиуакан падает потихоньку. Не хватило забрать. Может, наверное, не будем
спешить с Хайдарабадом. Патне библиотеку давайте. А купим тут рабочего. Блин, еще и торговца можно. Ну ладно, не сейчас. Тут рабочий нужнее. Эту клетку я бы Дебрецену передал. Поставил там все-таки священное место. Просвещение, рационализм ставить, я думаю, пока нет. А вот либерализм можно. Либерализм можно и поставить. Так, великого торговца. Блин, а есть какой-то шанс вообще, что я получу великого торговца? Вот, стеков тут побольше капает. Скидка, ну... Вообще можно, во-первых, ремесленники ставить, во-вторых, либерализм. Ну-ка, плюс 4 довольства в Будде. По-моему, круто. Берем. Блин, там еще Мемфис. Что ж, теперь я думаю, ну, я могу ходить. Да, спасибо за игру. Всем спасибо. Всем пока. Счастливо. Ну, вообще, конечно, это немножко странная атака Рим с твоей стороны на Ацтека. Как ты планируешь эти города удерживать? С тем, что у него внутри несколько городов. Ну, если я захвачу столицу и Малиналько, Аскапоцалько, то я думаю, что они будут удерживаться у него. Мне кажется, нет, потому что ты же захватываешь уполовинивое население. А у него там внутри, ну, большие города. Так, камень или скот? Наверное, все-таки камень давайте обрабатывать. В Дьере акведук я построил. Смотрим на промышленную зону. Есть плюс 4. Ну, собственно, давайте ее ставить. А потом тут у нас... вокруг правительственной площади еще можно будет районы разместить. Не, у меня очень мощно. Будда в 20 жителей. То есть, посмотрите, просто у грека Спарта 10 всего лишь. Не знаю, там... Ну, у Рим, скорее на Рим надо смотреть. У него там хорошие верования есть. Собираем.
А, блин, я дружбу с Инди заключила, она мертва. Ну, хорошо, хоть ничем не менялся. Ну, я с Римом не собираюсь вообще сейчас воевать. Так, тут жемчуг, несомненно. Универ в Буде. А, я центр коммерции тут не построил. Во, прикол. Подожди, а за счет чего у меня тогда торговец идет? Не понял. За счет этого. Римас так сделал. Чудо. Ответное предложение Горга. Верфь Акведук. Акведук. Ой, не знаю, хорошо. Давайте пока верфь все-таки здесь. Но, в принципе, можно подумать. Но я не уверен. Надо посмотреть, где там еще кампус встанет нормально. Так, у меня 190 пошло. Но это, кстати, я от веры 30 имею. То есть так, в принципе, я должен быть наравне с Шумером, Нубией и Грецией. Но я реально от веры много имею. И благодаря тому, что Рим нападает на Ацтека, я думаю, что имеет смысл мне попробовать Ацтека обратить. То есть вера останется только такая серьезная у Рима. Грек там сам там сейчас обратится спокойно. Этих я просто заберу, они мне будут не нужны. Ацтек. Ацтека обращу. То есть останется Рим, Нубия и Шумер. Не в моей религии. Ну что, попробовать через религиозную победу, что ли? Так, Хайдарабад серьезно отваливается? Ну, я должен Ракидет забирать сейчас. Следующим ходом. Так, американтилизм, вот я сейчас его открываю. Ну ладно, уже без торговца. Я хочу просто здесь эти ставить. Как его? Мне кажется, вот сюда надо будет кампус. Рифов тут же нету, да? Ну вот риф, но он никак не влияет, поэтому надо убрать пшеницу. Плюс 2, да. Давайте вот так, а верх я тут куплю потом. Кампус ты ж не можешь купить. Жалко, я не вижу тут столицу Ацтека. А, караваны, слушайте. Торговца давайте вот так. 185. И в печи в очередь поставлю строиться торговца. То у меня 7 написано, а 3 только бегает. Ну и причем... Понятно, что это из-за захваченных городов Пад, начиная с гавани. Хайдарабад, правда, без ничего, может, стоило его удалить?
Да, короче, не повезло Индусу и Египту. Причем Индусу, похоже, без шансов. Египет хотя бы тут мог еще дальше селиться, а вот Индусу надо было. Да ладно, стены построили. Ну вот о чем я и говорил, ведь отваливается город сразу же практически. У меня куда бегают уже? В Спарту и в Афин. Давайте в Аргос тогда. А ко мне бегают? Да, и ацтекский, и три римских. Так, ну мне с ацтеком надо... Ну... Не, ну с Чандрагуптой мы, конечно, ни о чем не заключаем договор. Ацтек, предложение. Так, еще предложение. Так, давайте тут торговцев. Почему мне надо с ним союз? Потому что от него ко мне бегают караваны. И с Траяном надо союз, потому что там бегают караваны. А, мне нечем предложить, ладно. Рим предложение. И они будут мне плюс 2 тогда давать к производству, понимаете? А, они не поставили карточки. Это, наверное, они должны поставить карточки. Как минимум. Мишкольц утрачивает лояльность. О, тут Рапануи появилась. Да не, он не утратит. Блин, сюда зря встал под Мемфис. Так, Ракидет сильно отваливается. Минус 6. Ну давайте Виктора в Ракидет. Так, лисичек обработаем. Ну, у меня бегают Спарта, Афины, Аргос. В Эфес давайте. Ну вот, каравеллы медленно будут в Дели забираться. Но, тем не менее, будут в Милет. Начнем спровоцировать беспорядки. Спровоцировать беспорядки хорошо тем, что там не убивают шпиона вроде как. То есть они могут не удастся, то есть беспорядки не спровоцированы, но зато шпиона не убьют. А если удастся, то мы прокачаем шпиона. Давайте-ка
рабочих тут поделаем. Нет, чудеса тоже все хороши, но... Торговые пути, проложенные к выбранному игроку. Ну, я предлагаю ко мне. Я предлагаю ко мне. Ну, а религию как хотите. Так, ну, по религии лидер Венгрия, получается. Да, сейчас они... Знаете, а давайте-ка я попробую в себя влить... Они сейчас по одному голосу отдадут, может быть, мне хватит. Вряд ли я тут в дипломатическую могу, но вот попробовать. Венгр, ты за себя голосовал в первом? Да, да. Хорошо. Там еще плюс 10 как бы и к моим юнитам будет, если вдруг пройдет. Нет, будут осуждать. Ладно. Но у меня, по-моему, я всех миссионеров я даже не нанимал. То есть меня... Я хотел сейчас от стека пойти обращать, но, видимо, не судьба. А, стоп. Это мне Египту войну объявить надо. Меня не обстреливает. Давайте обнимемся. К сожалению, не могу лечить броненосца, потому что у меня просто уголь не открыт даже. Это, наверное, к перемещению возьмем. Блин, поселенец какой-то. Давайте вот сюда поведем. Почему нет? У нас доступны пути. Из Дьера в Спарту. Из Дебрицена в Спарту 28. Из Хайдарабада, из Райкедета. Все остальные. Подешевле будут. Кампус плюс один везде. Промышленная зона вообще никакая. Может, заповедник тогда? Вот сюда. Выглядит неплохо. Отстег сделка. О, уголь. Я все-таки уже открыл индустриализацию. Хайдарабад отвалился, но не страшно. Надо все-таки Дели быстрее дозабирать. Так, давайте я как-то сразу к этому. Сколько ходов? 7. Да, я выйду в золотой век. Потому что я уничтожу сейчас Индию и Египет. Это мне даст кучу очков. О.
Грек решил свою религию зачем-то основать, причем чисто через Стоунхендж. А, уголь давайте проверим. Ну, один у меня точно есть на моей территории. Так, Рапануи, Ракидет. О, Обуда. Ну, нормально. Давайте в Обуде. Один заряд, нет, пошли уголь обрабатывать. И здесь надо купить этого строителя. Блин, хочу здесь купить стены. Что-то меня беспокоит, что если сюда кто-то нападет, будет не камильфо. Тут... А, рабочего я тут хотел. Я его тут даже куплю. Сразу сюда отправлю под заповедник. Так, а урбанизация что мне дала? Пригороды с престижем притягивающие. Ну, пока такое себе. Так, здесь нам... Ну, в принципе, а вон химия. Надо в химию. Так, Валета, союзник я. А, с Фесом я воюю, надо дозабирать Египет быстрее. Должно хватить забрать Индию следующим ходом. Промышленная зона, верфь или мастерская. Тут будет два производства. В мастерской три, но верфь еще и пищу дает. Вообще, знаете что? Давайте верфь, а тут надо купить святилище и храм. Что они в Диере пищу дают, ну, моя религия. Торговец завершен. Фабрику. Так, по очкам. По очкам первый грек. Кстати. Ну, короче, Риму явно не удался, не удалась атака на Ацтека, но это, очевидно, не подготовлено. Ну, то есть, я вообще не представляю. То есть, он хотел идти на Четилана Малиналька забрать, но вот с такой силой городов очень тяжело уже фрегатами и этими... каравеллами забирать город. Так, удалось.
снизить лояльность здесь. Апаем на время выполнения задания. Давайте тут маяк купим. Построить будем кампус. И здесь надо рабочего купить еще. Так, Фес. Блин, сейчас рабочего мне заберет. Блин, сюда отойти. Здесь следующим ходом я Асуан. Ну, то есть Египта не станет. Знаете, я, наверное, Дели сохраню, а вот Хайдерабад, когда второй раз буду захватывать, просто уничтожу. Вот он мне точно не нужен. Дели вроде красиво выглядит, тем более тут вот будет кампус на плюс 4. Так что сохраняем. Всякий случай сразу пометим себе кампус сюда. Может мне его сразу и ставить вместо гавани. Монумент. А, блин, тут Фес мне нападает. Ну, давай строителя. В Мешкольце гавань. Маяк. Так, слушайте, двух арбалетчиков. Вообще-то я мог создать двух арбалетчиков. А, давайте экономику достроим. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!